Сбережем лес, соберем библиотеку. Сбор макулатуры объявили в самарских школах. Ученики несут ненужные тетради, старые журналы, газеты, картонные рекламные буклеты. За каждые 30 килограммов участники получат книги из серии «Великие музеи мира» и «Юношеская библиотека» от «Комсомольской правды». Образовательное учреждение, которое соберет больше всех вторсырья, также самые активные школьники получат призы. Акция «Эко-книги» проводится при поддержке партии «Единая Россия» и продлится 2 месяца. Я не сомневаюсь, что результатом акции будет насыщение школ новыми книгами. Ну, не только школ, может, и личность какая-то, кто-то сам захочет это сделать, какой-то человек, сдать лишнюю макулатуру, которая накопилась на даче, дома, и получить соответствующие призы.